Привет, друзья! С вами Виктория. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня приготовим вместе вкусное, ароматное и красивое печенье с яблоками. Посмотрите, какое красивое оно получается. В конце я печенье попробую и расскажу вам свои впечатления. Для приготовления нам понадобятся следующие продукты. 3 яйца, сливочное масло, мука, сахар, разрыхлитель, экстракт ванили и 2 яблока. Еще понадобится сахарная пудра и щепотка соли. Полное количество продуктов я вам оставлю в описании под видео. В миску выбиваю 3 яйца. Добавляю щепотку соли. И взбиваю миксером примерно 1 минуту. То же самое можно сделать с помощью венчика. Затем к яйцам добавляю 100 грамм сахара. И продолжаю взбивать. Масса должна побелеть и увеличиться вдвое. Сюда же добавляю 2 чайные ложки экстракта ванили и растопленное сливочное масло. И еще раз недолго все взбиваю миксером до однородности. Затем добавляю разрыхлитель в муку. Все хорошо перемешиваю ложкой и постепенно буду добавлять муку в заранее замешанное тесто в 2 раза. У меня ушло в общей сложности 310 грамм муки. Муки может понадобиться чуть больше, но я не рекомендую вам добавлять больше, чем 350 грамм муки. И то, что касается яиц, я рекомендую добавлять 3 яйца, а не 2. Хорошо все перемешиваю ложкой и добавляю оставшуюся часть муки. А пока я перемешиваю, не забудьте подписаться на мой канал. У меня рецепты вкусные, проверенные. Новые видео выходят 2-3 раза в неделю. Когда становится тяжело перемешивать ложкой, я беру лопатку и начинаю перемешивать лопаткой. Вот такое примерно по консистенции должно у вас получиться тесто. Тесто получается липкое и хорошо держит форму. Затем займусь яблоками. 2 средних или таких довольно-таки крупных яблочка очищаю, разрезаю напополам, убираю сердцевинку и нарезаю на маленькие кусочки. Вот такого примерно размера. Добавляю яблоки в тесто. И хорошо все перемешиваю. Наше тесто готово, и я поставила уже духовку разогреваться на 180 градусов. Выстелила пергаментной бумагой противень, немного смазала его маслом, чтобы бумага не ерзала. Буду выкладывать по 1 столовой ложке на противень нашего теста, немного формируя печенье. Можно его оставить так, все равно получается очень вкусно и красиво. Не забывайте оставлять небольшое расстояние между печеньем, примерно 1,5-2 см, потому что при выпечке печенье будет хорошо подходить, чтобы оно не слиплось. Затем продолжаю выкладывать печенье на другой противень, потому что у меня все на один противень не помещается. Из данного количества продуктов получается примерно 20 штук печеней. Я очень люблю рецепты итальянской выпечки. Недавно я готовила очень вкусный яблочный пирог невидимый. Ссылочку на этот пирог я вам оставлю в описании под видео. Также вы ее увидите в подсказках. Печенье можно сформировать, также немного смочив руки водой. Все готово. Отправляем печенье в заранее разогретую до 180 градусов духовку. Выпекаем печенье до золотистой корочки, проверяем зубочисткой, она должна выйти сухой. Вот такое красивое печенье у нас получилось. Выпекаем примерно 25-30 минут, не больше, через 20 минут проверьте. Печенье посыпаю сахарной пудрой и подаю к столу. Такое печенье можно готовить не только с яблоками, но и с другими фруктами или сухофруктами. Например, клюквой или изюмом. Также ее можно присыпать корицей, смешанной с сахаром. Получается тоже очень-очень вкусно. Как и обещала, сейчас печенье попробую. Посмотрите, какое оно получается внутри. Получается оно не сухое, а такое довольно-таки сочное и очень-очень ароматное.
с приятным кисло-сладким вкусом и хрустящей корочкой. Очень хороший рецепт, причем недорогой. И готовится все очень просто. Очень вам рекомендую его попробовать. Если видео вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, пишите мне свои комментарии. А я всем желаю приятного аппетита, удачной выпечки и до новых встреч!